Всем привет! Сегодня мы будем изучать Reaper. Чтобы его изучать, его надо скачать. Конечно же, это не очень просто. Надо ввести в поиск Reaper, перейти на сайт Reaper и нажать Download. Потом выбираешь, какая тебе нужна операционная херня. Какая именно, это уже тебе. Можешь даже на Linux скачать. Мне-то чё. Дальше ты скачиваешь Reaper и устанавливаешь. Но это не все. Чтобы тебе было проще, то есть были субтитры, надо еще SVS Reaper скачать. Ну, вот переходишь и выбираешь ту же операционку, которую до этого. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но вот ты уже скачал и обладатель великого расширения для Reaper. Все устанавливаешь в директорию Reaper, куда сам и Reaper. Потом выбираешь Language Pack. Ну смотри, если ты в принципе understand, что тут написано, то тебе это нахер и надо. Но если не understand, то переходишь сюда, выбираешь Reaper Stash. И ждешь загрузочку. Потом видишь в первой строке, а может не в первой, кто его знает, Russian Mic SVS. Его и скачиваешь. Но есть еще и вот такой вариант Russian 7.16 Reaper Lang Pack Nikitoch. Вот тоже download нажимаешь и скачиваешь. В принципе, тут много вариантов хороших переводов и не очень. Поэтому выбирай, как тебе удобно. Ну, а дальше мы переходим в Reaper. Reaper тебя может по-разному встречать, но помни, ты тут главный, а не Reaper. Поэтому смотри, если у тебя вот такая вот дилдонская сетка, нажимай сюда. Тогда линий не будет. Если у тебя магнитится к этой дилдонской сетке, нажимай на магнит. И магнита не будет. Логично, правда ли? Так, что же мы первое начинаем? Мы переходим в опции. Чтобы что? Чтобы тебе было удобней тут все делать. Вот тут мы, смотри, переходим в опции. И дальше. General. Вот тут мы меняем язык. Это важно. Если кто-то тебе скинул конфигурацию Reaper, то import configuration. Это тоже важно. Ну, не очень. Так, давай дальше. Инда мы посылаем нахер. Смотри. Ты переходишь в патч, а дальше это путь. Это главное. Но не всегда. Default Patch — это ты выбираешь путь для нового проекта. Это главное. Без него ты не сможешь дальше жить. Ну или сможешь, но у тебя будет хер знает, где находиться все. И также Reaper Recording Patch. Смотри, Reaper Cache Record. Я как назвал. Это весь трэш, который ты записал, все дубли, все. Вот это вот. А как это по-нашему? Как это еще? А ты, блин. Не так записалась фраза. И все это вон туда идет. Поэтому весь трэш лучше в отдельную папку. А там разберемся. Вот. Дальше идет всякий вообще трэш. Вот это вот всякая гадость, вот этот Reaper. Вот она нахер нужна. Вот нахер нужна она вся. Вот поэтому Other Cache у меня все туда. Вот все вот в этот трэш, вот этот вот помойку. Не засоряй комп всяким говном. Это мой совет. Вот смотри. Еще есть последнее. Это тоже всякая трэшанина, и тоже нахер ее надо. Но мы разобрались с самым главным. Поняли, где будет наш главный проект. Правда, у меня он тоже в кэше, ну да похер. Вот тут будьте внимательны, потому что повторять не стану. Нажимаем
Юсик. И у нас появляется вот такое окошко. Что нам из этого окошка надо? Для начала это окошко, это expression, то есть быстрый кей, вот эти быстрые клавиши, то есть ты вот нажимаешь, и у тебя все хорошо на душе. Для начала, что мы же это, ну, озвучиваем, собственно. Поэтому главное — рекординг. И что же мы видим? Всякой дресни. Тут до хера всякого. Но ты смотришь на этот транспорт рекорд. Это оно. Это то, на какую клавишу ты будешь постоянно нажимать при записи. Нажимаешь add. Нажимаешь клавишу. И окей. И вот все. Оно сделано. Теперь ты на эту клавишу нажимаешь, когда у тебя есть активная дорожка. И по ней сочится твой яркий голос. Как это было хорошо. Но еще не все. Вот ты записал до хера дубли. И что будешь делать? Ты же не знаешь, как удалять ничего. Ну, верно же? Delete. Пишешь delete. И смотри, тейк. Вот у тебя какая-то санина выбралась. Но нажимаешь свою клавишу. Ну, выбираешь, собственно, кусок и нажимаешь клавишу. И вот оно. Ты удалил эту дрянь. Только подумай, какие возможности, какие перспективы. Но это пока что не все. Вот ты хочешь сказать, а что дальше? Я умею записывать, умею удалять. Что мне еще надо? А как же делить? Вот ты записал хорошо одну фразу, записал другую фразу. Но что-то тебе не нравится на половине фразы. И что делать? И тут приходит сплит айтем. Выбираешь айтем, сплит айтем. И вот это, что я тебе показал. Но не забывай добавить. А потом, когда все готово, нажимай Run. Вот эта кнопочка Run. Ой, какая хорошая. Вот. Но смотри. Мы сделали запись. Мы умеем удалять. Мы умеем разделять. Что же нам еще не хватает? Загружать. Помнишь, я тебе говорил про расширение? Так вот, когда ты установил, у тебя появилась expansion. Это вот эта санина с субтитрами. Собственно, SVS так назывался плагин. Что нам тут надо? Ну, SVS, мы же помним для чего? Для субтитров. Вот, ну вот. Subtitle, субтитр. А что нам надо? Импорт, то есть загрузка. Поэтому сюда нажимай клавишу, которую ты будешь импортировать субтитры важные. Ну и не забывай добавить ее. Это важно. Как же без этого-то? Ну вот ты все вроде бы сделал. Вроде бы импортировал. А импортировал не те субтитры. Вот что делать? Как жить? И вот тут вот благодать... Тут ты вбиваешь SVS регион, ну можно просто SVS delete, и выбираешь delete all region. Смотри, какая сладенькая, какая необузданная функция. И сносишь нахер нужные субтитры, а потом загружаешь опять же их. Потому что это были те же самые субтитры. Ну, не сладость в радость, но чефир в радость. Ну, вот это ваша любимая, короче. Ну, смотри, мы все настроили. Мы хороши. Мы прям чемпионы по жизни. Чё нам надо? Ты вот смотришь на это окно и не вдупляешь. А нахера мне что-то тут еще делать? Я ж победитель. Я ж царь, ну или цариц. Короче, объясняю.
Так что удаляю, но объясняю. Смотри, нажимай вправо кнопкой мыши Incept New Track. И создается вот это. И нажимаешь вот сюда, рекординг. Помнишь, я тебе говорил про то, что рекординг у нас D. И полилась! Вот она, сладострастная. Помнишь, я тебе говорил, как разделять? Кстати, это по умолчанию. Ну, делить. Остальное не по умолчанию, сами ставь. Короче, вот. А потом еще нажимаешь А и так. Как хорошо. Ну вот, записывать мы научились. Что дальше? А дальше нам надо VIF. И тут видео. Короче, видео у тебя вот в такой сани не открывается. Что тебе делать? Нажимаешь док. Вот ты понимаешь, что вот это все вот это не надо. Ты можешь переносить. Вот смотри, я вот сюда. Во, видишь, перенес. А это вот сюда перенес. А нахер мне это там, а это тут. Так вот. Ты вот нажимаешь и наверх переносишь опять. Потом ты такой, я бы хотел миксер. Хопа. А потом, блять, миксер справа. Но ничего, ну когда мы не решали-то таких проблем? Вот сюда, хопа, миксер. А потом видосик вот такой в правый верхний угол. Хопа. И все. Как в Вегасе, как вы привыкли. Как ничего не менялось. И дальше такой insert new track. О-о-о! И погнали записывать. Как же хорошо, не правда ли? И погнали записывать. Как же хорошо, не правда ли? Вот и все. Собственно. Короче, есть такая большая проблема, что у многих может быть не загружаться видос. Для этого VLC Player будет прикреплен. Но так что можешь просто зайти на VLC Player и там скачать все, что тебе надо. Ну, собственно, и все я бы хотел сказать. Но мы забыли-то субтитры. А чтобы у тебя были субтитры, надо нажать Notice. И у тебя появится вот такое вот окно. И ты его переносишь вот сюда, например. И вот у тебя есть видос и субтитры. Но не забывай, что субтитры у тебя не в Track Notice, а Region Subtitle. Это важно. Но иногда он может быть и там, и тут. Поэтому маркер Region Subtitle. И все. Нажимаешь 1. Нажимаешь 3 или 4, куда там хочешь себе поставить. И удаляешь субтитры. И вот, но есть также импорт вот тут. Если замочек не стоит, у тебя появляется кнопка. Запомни, это тебе пригодится. А да, если у тебя вот такая вот санина, то нажимаешь правой кнопкой Dock Notice in Docker и погнал. И все. Смотри, когда у тебя все готово, ну конечно лучше заранее, ты нажимаешь Save Project As. И тут смотри. Create субдиректория под проект. Ты создаешь папку под проект. И Move All Media. Ты переносишь абсолютно все медиа в эту папку. Удобно же, не правда ли? Смотри дальше. Ты сможешь создать шаблон под свои серии. То есть, чтобы ты зашел, а у тебя все готово. Но это мы не будем пока обсуждать. Главное тут это рендер. Смотри, директория это куда ты выгружаешь. Full name это название. Sample rate. Запомни, что 48 тысяч и то, что тебе надо не стерео, а вот тут вот моно. Дальше. Sample mode. Sync Interpolation 192. Это важно. Дальше формат WAV. Но тебя могут попросить какой угодно. Но у нас WAV. А дальше ты рендер. Но не забывай, что рендер у тебя всего проекта.
а ресурс Master Mix. А, ну и как же я мог забыть? Вот тут тебя будет бер-основная дорога. Ты нажимаешь M, мут, и мутаешь ее нахер. А вот тут у тебя будет твоя дорога. Ты ее хопа, и ничего себе не делаешь. И дальше рендер. Ну, на этом, собственно, и все, наверное. Если вам что-то интересно, то можете писать в комментариях или спрашивать в ЛС. Добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на канал Фронта. А это все.